Нужно ли возмещать обязательную молитву? Все имамы четырех мазхабов единогласны во мнении о том, что упущенную обязательную молитву необходимо возместить. При этом все имамы, кроме имама Аш-Шафиия, считают, что молитву упущенную по уважительной причине или без уважительной причины, она должна быть возмещена безотлагательно. Но однако имам Аш-Шафии считает, что если молитва была упущена по уважительной причине, то нет необходимости безотлагательно возмещать этот намаз. К примеру, человек проспал или была какая-то другая веская причина упущения обязательной молитвы. Все имамы ссылаются на изречение, на хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит: «Ман насия салятан, фалли юсаллиха, иза закараха. Ля каффарата ляха, илля залик». Тот, кто забудет обязательную молитву, пусть ее совершит, когда вспомнит. И нет для этого иного искупления, кроме этого, то есть кроме возмещения. А в другой версии хадиса приводится следующее. «Иза рақада ахадукум ани салати, ау гафаля анха, фальюсаллиха иза закараха». Если кто-либо из вас проспит обязательную молитву или забудет, то пусть он ее совершит, когда он о ней вспомнит. Этот хадис является достаточно веским аргументом в пользу необходимости, обязательности возмещения упущенного обязательного намаза. Валлаху тааля аалям, вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.